Азан как раз собирался признаться Назлы в любви, попросить у нее прощения. Однако звонит мама и говорит, что его сестру похитили ростовщики. И Азану приходится уйти от Назлы. А Назлы подумала, что Азан вновь покинул ее. Она сокрушена. Азан и Мехмед идут к Али и ищут ростовщиков, которые похитили Зейнеп. А ростовщики потребуют 1 миллион долларов. Алей просит помощь у бывшего полицейского дяди Тарыка. Он их старый друг. Тарык говорит им, что надо отдать деньги, чтобы не причинили вред Зейнеп. Другого выхода у них нет.